Ратификацию соглашения Украины-ЕС поддержали в оппозиционном блоке, однако оппозиционеры считают, что нужно пересмотреть экономическую часть документа, поскольку, по их мнению, значительных улучшений в этой сфере нет. Более того, экспорт в страны Запада в прошлом году снизился, хотя зона свободной торговли с ЕС действует уже 3 года. Поэтому депутаты требуют от власти больше поддерживать наших производителей и пересмотреть квоты на сельхозпродукцию.